Давай, будь со мной, мы сможем все исправить. Я не могу бежать, я слишком жирный. Блин. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы продолжаем играть в третий Сленди Пузики. В упоротый перевод, додж мод. Я напоминаю, что в прошлый раз, когда я закончил там прошлой серии играть, я обнаружил, что я не совсем правильно прошел игру, и Ляля у меня уже превратилась в монстра. На этот раз такого не будет. Я все перепрошел правильно. Солнце уже почти встало. Я все прошел правильно. Я не разбудил Лялю, когда Тинки-Винки, что называется, осатанел. И теперь она должна быть жива и должна ждать меня, если мне не изменяет память, где-то вот в этом вот районе. Поэтому у нас сейчас состоится целая куча веселых... О, пожалуйста, вот костерок, видите? Если костерок горит, значит Ляля на месте. Отмечу еще, что я хотел перепройти и показать вам какие-то другие варианты диалогов с роботом. С Бибопом, юнитом 437. Я говорил в конце прошлой серии, что я хочу это сделать, но там все то же самое. Я прямо сейчас попробовал проверить, там нет смысла переснимать, вы все уже считаете, что видели. Итак, я, как оказалось, все тогда посмотрел в первый раз правильно. Эй, ты мертвая? Кто там? Ты не пройдешь! Хороший вариант, я считаю. Давайте так и спросим. Алло? Ты не пройдешь, говорю? Так. Желтый педрила, это ты? Пожалуйста. Повернись и не убегай. Ты чё, блин, глухая? Я сказал, покажись. Давай так, желтый педрил, это ты? Не будем хамить слишком. Ля. Что ты делаешь? Не трогай меня, или я тебя засужу. О, ну это в духе, конечно, американского правосудия, да. Ты окей? Что ты здесь делаешь, желтый педрил? Я не собираюсь тебя так уж сильно ударить. Мне нравится это. Too much, да. Если я сказал разворачиваться, ты разворачиваешься. Или я надеру тебе сраку? Ну, чё, будем какими вежливыми, я не знаю. What you doing here, your little yellow faggot? Чё делаешь, желтая педрила? Отвали! Ты будешь делать то, что я скажу, или я тебе кнутом захерачу под попки? Ты можешь, пожалуйста, заткнуться нахрен и послушать? Я даже не знаю, какой из этих вариантов более гуманный, на самом деле. Либо я тебя кнутом херану, либо заткнись, пожалуйста, и слушай. Ну, давайте вот так, например. Или чё? Ты меня собираешься ударить, ты педрил? Suspensive silence in tubby. Подозрительная тишина в телепузике. Эта реплика была удалена за то, что она слишком насильственна для этой игры. Ну, давайте тогда. Раз уж она так насильственна, давайте тогда не будем. Давайте вот так. Окей. Да, я так и думала, ты напуганная сучка. Ты кто? Откуда ты меня знаешь, долбанный ты преследователь? Я белый педрила, хранитель телепузиков. Сру, но я могу сказать, почему? Что? Я не знаю, как это переводится, вот это. Вот это вот хрень. Типа, ты напуганный педрила. Ну, я могу тебе сказать, я тут сру немножко обосрался. Я могу сказать, почему, да? Меня в детстве били, я вообще лох по жизни, извините, да? Ничего, о чем тебе стоит беспокоиться. Ладно. Я белый педрила, хранитель телепузиков. Хранитель кого? Рассказать историю. Это все, что эта глава позволит мне сказать. Давай историю расскажем. Значит так, мне сказали следить за фиолетовым, зеленым, красным и тобой, педрилами. Я полагаю, я должен был предотвратить все покупки из Макдональдса и продолжать покупать исключительно из KFC. Какого хрена ты вообще несешь, блин? Каждый раз, когда я пытался покупать в Макдональдсе, мы не получали возврат средств силой и нам стирали память, а затем тащили нас обратно в KFC. Какая суровая история, ребят. Что значит «мы»? Да, есть гораздо больше телепузиков, но это секретно. Что? Нет, не может быть. Почему я этого не знаю? Если бы ты знала, тебе бы позволяли покупать из KFC, тебе бы... Если бы ты знала, что тебе можно покупать только в KFC, ты бы прекратила жрать и специально бы сдохла от голода нарочно. Ах ты кусок говна! Ты знал, что я жрала это токсичное дерьмо! Ты чё, прикалываешься, блин, надо мной? Ты знал, что в еде KFC стероиды, и они превращают фиолетового педрил в монстров, и теперь они все мертвы! Господи, какие страсти, а! Все они! И только тебя можно винить за то, что ты не позволил нам есть в спокойствии. Желтый педрила, пожалуйста, послушай. Нет, закрой свое хлебало! Ты должен был остановить это, но не остановил. Ты просто хотел денег и шлюшек.
Господи, боже, какой фастфудная Санта-Барбара, ребят. Тебе вообще насрать. Тебя волнует только реклама от KFC. Если бы это не так, ты бы позволил нам есть в Макдональдсе. А Макдональдс это типа здоровая пища, да, я так понял, в этой вселенной? Они заставили меня, они сказали, что они отправят мне 2 электрический ват, если я не заставлю вас жрать из их франшизы. Боже, какой полковник Сандерс, короче, тут мудила, да? Но какого хрена это имеет сейчас значение? Я пытаюсь найти исцеление, а ты просто отвлекаешь меня, разговаривая про Макдональдс. Ты либо помогай, либо закрой свое тупое хлебало, понятно, блин? Феерия просто диалогов пошла, ребят. Так, правда. Сру, просто мои друзья, блин, мертвы нахрен. Мои друзья мертвы, поэтому немножко сру тут, ты не обижайся, да. Все окей, я понимаю. Ой, да не парься. Да мне вообще насрать! Меня даже не был в это вовлечен, так что отвали со своими сраными друзьями, да, типа? Ну, давайте скажем, окей, я понимаю. Вот бы здесь ты был, но тебя тут не было. Ты же жрал там пузикрем, мудила ссаны. Как ты здесь оказалась? Я думал, ты мертва. Я убежала от фиолетового педрила, прежде чем он меня изнасиловал. Я бежала, пока не нашла эту пустыню и не начала тут прятаться. Он убил всех остальных... Педрил! Всех педрилов же, что он убил! Он убил всех моих педрил, да? Такая вот песенку такую можно написать. Он убил всех педрил, он убил, да? Успокойся, мы будем окей. Всех педрил, он убил, а меня голодом заморил. Ладно, все, я завязываю. Я сру. Блин, я не понимаю, что это значит. Понятно, что это означает что-то другое, но что? Вот что это означает? Вау, ты тут пряталась все это время? Ну давай вот это скажем. Успокойся, будет окей. Я надеюсь, ты прав. Итак, что нам делать? Нам нужно выбраться на станцию и запросить помощь. И что бы ты ни делала, только не ешь пузикрем! Так. Но я уже съела розового говнеца, когда все только началось. Ну тогда мы в жопе, надеюсь, что все окей. А, блин, это не очень хорошо. Ты будешь в порядке, я обещаю. Давай вот так отвечу. Да ладно! Что ты говоришь, Шерлок? Я чувствую себя ужасно. Давай, пошли за мной. Так, ну она не говорила ничего про Шерлока, но это я так уже от себя добавил, типа. Но no shit, это что вроде как она сказала, типа, да не говори. Ну, короче, отстой, ребята, ты уже схавала. А может быть тебе поблевать? А, уже, наверное, все переварилось, да? Может тебе погадить? А, ну это уже не поможет. Ну, парень, все, что блевачка, что срачка. Ничего не сработает, ребята, уже все, уже поздно. Так, кусторт. Очередной пузикрем? Фонг. Я должен поискать еще розового говна, чтобы мы тут не получили гигантских мутантов-кроликов. Так, ты со мной, Ляля? Ну чё? Давай, Ляля, пошли. Сейчас мы с тобой, Ляля, все пузикремы убирали, да? Постараемся. Я знаю, что это очень тупая рифма, но когда я первый раз проходил эту игру, я уже срифмовал с Лялей все, что только можно. Я это хорошо помню, поэтому, что бы другого я сейчас не сказал, это все будет самоповтором. Ну да ладно, надо собрать еще сколько? 3 из 8! 3 из 8! Да ну блин, что так много-то? Мое ночное видение. А, моя камера ночного видения могла бы быть полезна. Ой, да я даже не знаю, полезна она или нет, она треснутая вся нахрен, понимаете, какое дело? Понимаете, какое-то все треснутое, это говно, и вообще печально. Очень-очень печально. Так, вот сюда давайте. Так, вот сюда пройдем. Сейчас. О, я вижу еще кустерт. Давай возьмем. Так, Бень, ну что ж ты? Не берет что-то. Все, взял, так, все, взяли мы кустарт, ребят. Так, теперь вперед. Вперед направляемся. Еще кустарт. 5 из 8. Ну, замечательно. Ну, вот я так довольно быстро могу исправиться, на самом деле. Знаете? Так, 6 из 8 уже. Короче, еще буквально немножечко. Еще немножечко совсем. Давай, 6 из 8. И, короче, еще 2. Один, как минимум, я точно догадываюсь, где может быть. Вот я прям предчувствую, что один, наверное, будет вот здесь вот. А, вот один, смотрите. Вот один. Так, ты, Ляля, там не отстаешь? Я надеюсь, ты больше не жрешь, там ничего не подбираешь, а то... Хватит тебе уже. Где-то вот здесь вот поворот есть, по-моему. Да-да-да, вот он. А, тут ни хрена нету. Вы гляньте. Как-то обидно. Ладно, бежим дальше. Тут тоже ничего нету. Так, где же последний? Серьезно? Блин, вы знаете где? Вот, залезаешь по лестнице. И вот он.
Блин, я его так долго... Это же самый первый. Окей, я думаю, то есть я его просрал просто. По невнимательности. Он, по идее, первый там виден практически. Давай, спутниковая станция уже недалеко. Давай, желтая педрила. Мы должны идти. Эй, было бы круто, если бы ты пошла со мной. Давай, ты тут сдохнешь, если мы не пошевелимся. Желтая педрила, надо идти. Оставайся со мной, мы сможем все исправить. Вставай, педрила. Сру, но я оставляю тебя. Ты очередной монстр, да, или что? You for another tabby. I'm leaving you for another tabby. Как это перевести? Я даже... Короче, давай, будь со мной, мы сможем все исправить. Я не могу бежать, я слишком жирный. Это, блин, интересно. Мое тело болит, я не хочу превратиться в... вдохновленное Dead Space'ом существо. Мне нужно просто поспать навсегда. Окей, желтая педрила. Ну, закрой глаза. Расхерачить ей мозги наружу, оставить ее. Ну, я думаю, тут как бы я не знаю. Я не знаю, как поступить, ребят. Как я там... Я пробовал и то, и другое в игре. Если мы ее оставим, она просто превратится в монстра. И будет как бы ходить монстром. Если мы расхерачим ей мозги, то... Я не знаю, она может быть нам спасибо скажет, потому что она не хочет быть монстром. А с другой стороны... Блин, я не знаю с другой стороны. А вот в конце игры еще другие концовки можно будет посмотреть, когда ты разговариваешь с пылесосом, я это помню. От этого выбора что-то там зависит, нет? Я вот не уверен. Фиг знает. Ну, давайте ее оставим. Я чувствую себя странно. Я ее почему решил оставить? Ты куда? Я пойду за помощью. Пожалуйста, не умирай. Я сру, желтая педрила. Подозрительное молчание телепузика. Ну, давай скажем, что я за помощью. Я не думаю, что я поживу слишком долго. Так, и вот сейчас вот он будет идти. Смотрите внимательно. Все. Ляля превратилась в жуткого монстра. Как бы не знаю. Можно, в принципе, и убить. То есть я не знаю, что лучше для дальнейшего прохождения. Этот выбор, вот, напишите, пожалуйста, в комментариях, если кто-то помнит. Спустя 3 главы я здесь. Подождите. Это дерьмо все-таки не было в космосе? Обучение, как проникнуть. Поиск на Ютубе, да? Да нет, я думаю, что мы должны справиться. Но я, правда, действительно не помню, ну, как проникнуть. Наверное, просто подойти и нажать. Или этого не хватит. Станция проходит через горы. Как открыть эту дверь? Блин, я реально не помню. Реально на YouTube придется, наверное, идти, если так дальше пойдет. Stick that does stuff. Я что-то вообще на... Я что-то наугад клацнул. Абсолютно. Я не разобрал, что я сделал, но... Но мы внутри. В общем, смотрите, ребята. Тут как бы такая тема, что... Ладно, сейчас я дочитаю, потом скажу. Ладненько, итак, ты прошел через всякие фетусовыглядящие создания. Убежал от фиолетового парня, которого стоило, наверное, сбросить немножечко стероидов. Пробрался, увидел желтого педрилу, который подыхает изнутри. И, наверное, снаружи тоже. И в конце концов ты до сих пор играешь в это. Я приветствую твою решительность. Ты попал на спутниковую станцию. И, кстати говоря, ты знаешь, какого хрена я делаю? Мне не платят достаточно за все это. Могу я, пожалуйста, взять ваш заказ уже, сэр? Чувак, который все это рассказывает, параллельно еще официантом подрабатывает. Да, видимо, не очень-то ему ZioWorks много заплатило за этот перевод, да? По скриптам. Чтобы резепнуть игру, бросьте, пожалуйста, свой лэптоп и много-много раз на него наступите. Окей, замечательный какой совет. Ну, я, пожалуй, так делать не буду, потому что у меня компьютер не лэптоп, у меня лэптопа вообще нет, у меня компьютер, и на него наступить не так просто, ребята. Это нужно много силушки применить. Ну что ж, теперь небольшое завершение. Смотрите, на этом мы серию заканчиваем. Объясните мне, пожалуйста, в комментариях.
Финальный блок концовок. Те, кто из вас знают эту игру, они знают, о чем я говорю. Там, где с пылесосом разговариваешь. Когда можно разные реплики с ним выбирать и выбирать от этого разные концовки. Они зависят как-то от того, какое решение я принял сейчас. Или это решение влияет только на ту катсцену, что мы видели, когда Ляля превращается в монстра где-то за стенкой, в то время как наш Уайти, наш белый педрила, как говорится, уходит. Это только на эту катсцену зависит. Или я сейчас сделал что-то, что не позволит мне, возможно, в дальнейшем какие-то концовки посмотреть. Потому что я уже не помню, я проходил игру больше года назад, уж извините. Или когда это было. Ну и, в принципе, в общем, еще хотелось бы объяснить, почему я оставил в живых Лялю. Я просто подумал, что так уж ли плохо быть Слендипузиком. Ну, то есть, понимаете, я ее мог... Можно, конечно, ее убить, но вот она стала Слендипузиком. Вот ей еще плохо, но она будет ходить там, собирать инфицированные кустарды, будет жрать. Ну, весело же. Потом все равно, если надо будет, военные придут, убьют, как бы, и так далее. Тут же еще военные должны. Ну ладно, короче, давайте на этом закончим пока, продолжим в следующей серии. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.